В этом видео мы расскажем, как изготовить удлинительный провод. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал Кабель РФ. Подготовка вилки. Для начала раскручиваем вилку. Теперь возьмем трехжильный провод. Чаще всего используют провод ПВС. Если это стандартная вилка, возможное сечение проводника составляет от 1,5 до 2,5 квадратных миллиметров. Протягиваем этот провод сквозь специально предусмотренное отверстие в корпусе вилки. Оболочку и жилы провода зачищаем и опрессовываем многопроволочные жилы наконечниками или же гильзами. Подключение вилки. Жилу желто-зеленого цвета соединяем с центральным болтовым соединением, а синюю и коричневую жилы подключаем к крайним болтовым соединителям вилки. Для завершения монтажа закрепляем провод и корпус вилки. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Будем рады вашим лайкам и подпискам.